Малышке Соне 4 года. Веселая, жизнерадостная и очень смышленая девочка. Единственное, что мешает ей видеть мир во всех красках, это серьезные проблемы со зрением. Дело в том, что Соня родилась с 5 патологиями на глазах. Одна из них – птоз, когда не работает мышца века и ребенок не может открыть глаза полностью. Ей приходится поднимать постоянно головку, задирать высоко. Она не может смотреть на взрослого прямо. На небо мы вообще, например, на звездочки не можем смотреть. Я ее поднимаю на ручки, и она тогда смотрит там на самолет, на облака, на солнце. Вот и постоянно ребенок ходит с запрокинутой головой. Сейчас появились боли в шейном отделе, боли в позвоночнике. Также ухудшается угол косоглазия. И зрение, соответственно, тоже идет не в лучшую сторону. В марте прошлого года Соне уже сделали первую операцию в Израиле. Но с таким сложным диагнозом врачи советуют продолжить начатое лечение в той же клинике. Операция назначена на 18 ноября. Осталось совсем немного времени, чтобы набрать нужную сумму в 550 тысяч рублей. Мы очень просим, вот у кого есть возможность, помочь нам попасть туда. Мы собрали уже больше половины суммы. Вот, и операция осталась 3 недели. Все равно страшно, что мы, если не найдем денег, мы туда не попадем. Хочется, чтобы у нее все везде было хорошо, чтобы было здоровье. И дальше занимались всеми любимыми делами. Помочь малышке можно, отправив на короткий номер 4647 смс со словом «Соня» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Обязательно подтверждайте платеж повторный смс. Не оставайтесь равнодушными.